общем, он был разрушен местными племенами, сельджурами, да? Потом опять был разрушен, в 17 веке же. И его убили, там еще дочь, по-моему, да? Он и центр, там у них этот католикос сидит. И там написано, что кто там, как говорили, под Мазовым, именно вот такое вот. Какое-то время здесь разбойники вообще жили, вот где-то службу святой честь. Как бы власть переменила, значит, так. Ну, служба здесь, да? Такого же хлеба. Воскресный день.